Поверхностные морены образуются за счет обвалов и осыпаний обломочного материала со склонов и его приноса лавинами. В силу этого материал не окатан и не сортирован по размеру. Донная морена образуется в процессе экзорации. Ледник выламывает вмерзшие в его основание глыбы и процарапывает дно ледниковой долины перемещаемыми обломками пород, что приводит к образованию нового обломочного материала. Во внутреннюю морену материал поступает с поверхности, проваливаясь в трещины льда и вмерзая в протаивающий, подлежащий на поверхности обломками лед, или выдавливается под весом ледника из донной морены.